Всем привет! Пробегусь немножечко по цветущим орхидеям. Не успела кое-что заснять тоже. Ну вот начинаю с этой ванды. Они, конечно, очень долго цветут, ванды, и пахнут. Кто знает, конечно, это очень благодарные цветы. Еще из ванд расцвела необычная, конечно, такая красотка култана. И это, конечно, гибрид с тесселатой. Видно по губе и по запаху. Очень она, конечно, темная, красивая. И аромат обалденный. Тут следующая малышка расцвела, очень такое прямо цветение, цветочек на цветочке, наверное, много было солнца, но очень красивая форма. И очень красивая, конечно, губа. Она еще маленькая, я ее пересадила, ну вот она расцвела. Ванкасталис вибон вельвет. У меня такое состояние, знаете, я приготовила орхидеи, чтобы снять быстренько после работы, прийти. И у меня такой немножечко какой-то культурный шок, я бы сказала, да. Я в таком немножечко в шоковом состоянии. Я просто, кто со мной давно знает, что я шью. Ну и шью и дома понемножечку. И принесли мне пиджак. Мальчик молодой принес пиджак, нужно было ушить, перешить. И вот он его забрал, и я думаю, сейчас буду снимать про орхидеи, перед тем, как я думала, как он пришел. И сейчас я не понимаю вообще, как собраться с мыслями. В общем, наверное, да, о чем это я? Ну, в общем, он меня спросил, откуда у меня акцент. Я сказала, что я с Украины. И он меня начал расспрашивать, кто у меня и что у меня. И, в общем, переключусь, наверное, на другие цветущие орхидеи, потому что я не могу одно и то же показывать. А начать нужно как-то. Ну, в общем, да, начал меня спрашивать, что и где, и откуда, и кто у меня остался в Украине, и что. И, в общем, в конце концов, он просто говорит, ну, давай сейчас помолимся. И у меня, конечно, такое, знаете, состояние. Ну, понятно, что ты сам наедине с собой можешь помолиться, попросить за своих родных, за семью, за всех, в общем. И тут просто этот молодой мальчик начинает молиться за семью, за всех людей. В общем, у меня такое, знаете, какое-то... Я просто в шоке. Настолько, ну вот, насколько люди умеют так вот реагировать. Насколько чистые, открытые. И, в общем, такая интересная история приключилась. Я, конечно, не ожидала. Люди реагируют по-разному, конечно, когда ты говоришь, что ты из Украины и с Одессы, и спрашивают за родственников, спрашивают за все. Но когда вот такая вот ситуация, и просто человек начинает молиться, незнакомый тебе человек, это, конечно, дорогого стоит. Знаете, у меня и слезы выступили, и мурашки, и, конечно, я очень благодарна Господу Богу, что меня окружают хорошие люди, и мне встречаются хорошие люди на моем жизненном пути. Но, в общем, да. Хотела я показать, конечно, свои цветущие котлеи. Не успела я показать свою Родри Гизуела. У нее даже, в общем, да, название из-за
прошествие лет, оно, конечно, испортилось. Ладно, покажу, что цветет. Начну, наверное, с этой красавицы. Это Катлея Каудебек. Расцвела очень красиво. Она уже 2 года в моем уходе, и я ее пересаживала тоже, и вот такой вот она ростик нарастила, и такое, конечно, пышное, сколько, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 цветочков, очень красивая, такие глянцевые твердые цветки. Очень красивые, конечно. И с обратной стороны цветы небольшие, но, конечно, когда они распускаются такими шапками, это дорогого стоит. Интересно, у меня написано. Я, конечно, не помню. Ну да, гибрид. Гибрид, я знала, что это гибрид, конечно, но думала, а это, оказывается, гибрид Гибридович, поэтому не будем вдаваться в подробности. Это у меня расцвела, я очень-очень рада, конечно, это шедевральные, конечно, катлеи, я считаю, и я очень рада, что она расцвела действительно так. Это Amazing Thailand. Просто Amazing Thailand. Ринхаэлия Катлея. Я ее покупала совсем. Ну вот вытащу все. И вот вы увидите, что это, конечно, был детеныш, да? Горшочек маленький тоже. И вот она первый раз расцвела на 3 цветка. Я вам хочу сказать, что аромат обалденный с утра и, наверное, ну, до после обеда точно. Очень приятный аромат. Очень красиво. Она расцвела. Не было видно вот этих вот на сепалиях и петалиях такого ярко-желтого ромбика. Но спустя, наверное, 2-3 дня прямо вот нарисовались такие четкие линии. Я, конечно, очень рада. Мы когда ездили на нашу экскурсию, да, ну не на экскурсию, на выставку, когда покупали орхидеи, я разговорилась тоже, и у кого-то, у этой женщины, с которой я ехала, у нее тоже расцвела, но она мне показала, и у нее, конечно, размытые такие цветы, совсем не такой. Ну вот он, в принципе, я, конечно, очень хотела, чтобы у меня был реально такой цветок. И вот, как вы видите, он такой и есть. Конечно, это редкость большая, когда прям вот так вот расцветает, как на картинке, как говорится, да. Потому что, конечно, это гибрид и может выдать, я видела очень много оттенков. Если кому интересно, загуглите, посмотрите, бывает очень разные. И у нее вот нету тоже таких вот, у этой женщины, таких вот, как у меня, четких прямо рисунков. И я носила на наше собрание, и, конечно, она получила такое зрительское большое внимание. Первое место у нас заняла, ну, это в нашем клубе. В общем, мы сами себе делаем такое удовольствие, сами себе выбираем, сами себе радуемся, как говорится. Ну, я вам хочу сказать, что это просто красавица. И еще, кстати, я показывала про свои новинки. Ну, вот я забыла еще сказать, что у меня появилась еще вот такая вот орхидея в коллекции. Я ее видела, кстати, у Александры из канала Александра Махнева. У нее, конечно, катлеи потрясающие. И у нее тоже была Хэйсонг, но как оказалось, я загуглила Хэйсонг, и, конечно, у нее тоже настолько разнообразные цветы,
Ну вот этот именно Hey Song Amazing Thailand. И у него должны быть тоже обалденные цветы. Ну вот я ставлю вам пару фотографий, чтобы сразу, кому интересно, посмотрите. Конечно, если это реально он, я буду очень рада. Я купила вот с этим вот листиком, он был маленький, и сейчас он уже у меня так загорел, и я его пересадила тоже, и смотрю, что новые корешки здесь вроде бы пошел в рост, потому что, конечно, мне очень-очень хочется ее, сложно тоже зацвести и начать расти, конечно, с маленького, чтобы у тебя начало расти, принялось растение, конечно, это для меня это такое счастье. Мне очень нравятся, конечно, эти цветы. Надеюсь, что, ну, наверное, запах тоже будет, конечно, обалденный, потому что красивые гибриды и, конечно, обалденный Amazing Thailand. Красиво. У меня еще есть одна такая же, я ее покупала в том году, цветущая, потому что не знала, как расцветет это. И у нее тоже похожий, но мне кажется, что у той на губе более такой белый валан. Ну, в общем, будем ждать теперь этой. Я очень рада, что это реально расцвела, так как есть и малышка, и на три цветка. Это моя Little Mermaid. Так продолжает цвести. Единственное, что она, конечно, один цветочек сбросила перед нашим собранием. Не знаю почему, но все остальные так и держатся. Таким плотничком. Очень красивые тоже. И запах, конечно, у нее обалденный. Ну, а это расцвела малышка тоже такая. Такая малышка-малышка. Поцелуй ангела. Angel Kiss. Поцелуй ангела. Да, красивое название, конечно. Ой, все никак не могу собраться с мозгами. Mini Purple и Cattleya Intermedia. Конечно, Cattleya Intermedia обалденный аромат имеет. Я очень люблю интермедии. И вот видите, я ее не пересаживала, потому что вот так вот росла она у меня в маленьком горшке. Я ее просто пересадила в больше, потому что все корни, конечно, были оплетены. Ну, тут смотрю, так, конечно, пострадали. Ну, посмотрим, может быть, эту заднюю бульбу постепенно в эту сторону, и чтобы они в этом месте начали расти. Небольшие цветы, но тоже очень-очень ароматные. Это, как ни странно, опять расцвела Cattleya Farbisiae. Слушайте, насколько, конечно, благодарные растения наши орхидеи. Когда они вырастают до цветущего размера, конечно, они будут расти и цвести. Главное им создать условия, солнышко, и все. И вот она себе растет. И вот цветет с каждого ростика тоже. Здорово. Я, конечно, очень люблю эти Farbisiae. Это губа неповторимая. Красота. Красота. Ну, а это распустилась моя Акландиа опять.
на два цветочка. Так вот она у меня каждый год и цветет. Не знаю, девочки говорят, что ее трудно зацвести. Ну вот, наверное, ей хватает солнца, наверное, ей хватает всего. И она у меня каждый год. Мне кажется, что она у меня не пропускала еще ни разу. Всегда цветет. У нас в клубе на предыдущем собрании тоже цвела гландиа, и было три цветка, но вот у меня почему-то на три еще ни разу моя не цвела. Конечно, хочется, всего нам хочется, но вот цветет на два всегда, всегда, всегда. Вот у нее на два цветка. Я, кстати, сейчас вспомнила, что я когда-то, когда не знала, как она цветет, делала видео прям пошагово, как она выпускает бутоны, за какое время. Интересно, надо будет поискать, если я найду видео. Обязательно прикреплю в описании. Кому интересно, посмотрите. Очень здорово. Конечно, Катлеи все по-разному выпускают бутоны, все по-разному цветут. У каждого свое время. Кто-то отдыхать, кому-то нужно отдыхать, кому-то не нужно отдыхать. И кто-то растит цветоносы и сразу новые росты, а кому-то нужно поспать. Вот единственное, что я не разрезала ее, и вот она, мне кажется, что я ее не разрезала. Она у меня сама начала растить с задней бульбы новый ростик, и вот так вот он постепенно-постепенно начинает расти. Уже такие приличные уже, вот это три ростика, четвертый ростик растит. Интересно, когда она начнет цвести с этой стороны. Ну, в общем, красивые, конечно. Конечно, бразильские орхидеи настолько все красивые, да? Было бы здорово побывать в Бразилии и увидеть реально, в каких условиях они, как. Ну, в общем, конечно, это все в мечтах. Мечтать не вредно, да? Вредно не мечтать. Поэтому мечтаем, а что делать? Может быть, когда-то наши мечты воплотятся в реальность. Ну, в общем, вот такая вот красотень. Я забыла, что у меня расцвела. Вернее, я помнила, но не думала, что уже даже второй цветок расцвел. Расцветает это моя. Вот так вот ее, если общим планом показать. Ванда Green Light называется. Боже мой, все уже это вьетнамика на фалкату гибрид. Давным-давно я покупала ее, и я так ее и не пересаживала. Так вот она у меня растет в маленьком горшочке. Наверное, кто со мной давно, уже помнит. Ее неоднократно я ее показывала, и вот она опять начинает цвести. А чего я, в принципе, сюда зашла? Я хотела вам показать, как растет Gulf Green Hair Pick. Это я вот то, что пересаживала недавно. Думаю, покажу вам прогресс. Смотрите, корешки пошли в рост. Это одна из двух, потому что это маленькая, конечно, я ее вообще в принципе не считаю, а так получилось, что одну я уже, можно сказать, отдала в надежные руки. Оказывается, девочка смотрит мой канал, я даже и не знала. Живет совсем недалеко от меня. И, как оказалось, она тоже из Украины. В общем, конечно, мир тесен. Ну, в общем, я вам показываю вот так вот, что у меня здесь, какой прогресс.
Все им понравилось. Смотрите, какие корешки. Класс. А на той было, конечно, тоже и корешки, и даже было два цветоносика. Но она побольше, если кто помнит. Это моя, которую я себе оставила. Чехлы, смотрите, растут. Чехлы растут, но... Вот, кстати, у этой она стоит на верхнем ярусе, на втором ярусе. И у нее не так, конечно, корешки. Вот моя Роузи, конечно. Чего она там хипишит? Ну и напоследок еще, наверное, покажу. Вот такая вот малышка. Она у меня цвела всего один раз. Комодиай называется. И вот здесь она у меня тоже расцвела. Наверное, все-таки солнце, ветерок делает свое дело. Очень красивая. Небольшая такая, конечно, котлейка, но я ее когда-то так вот посадила. И она у меня один раз расцвела, и все. И потом что-то она как-то затормозила. Но здесь проснулась и даже расцвела. Вот моя помощница еще пришла. Спрашивали у меня, кстати, как Розита. Вот моя Розита, все с ней хорошо, моя Рози, да? И вот сидит на фоне моего розового огородика, да? В общем, вот так вот я тут посадила розочки себе. Они, правда, тут росли, но я пыталась пересадить. Ну, в общем, кое-что принялось, конечно. Кое-что цветет, ну, а кое-что не принялось. Поэтому, да, вот так вот. Немножечко вот такая вот у нас обстановка. Поливается травка. И вот такая вот мадама. Так что, вот смотрите, что я еще нашла. Вот такое вот. Красавица стоит на солнце, и ей ничего не страшно. Конечно, этим вандам вообще ничего не страшно, ни солнце, ничего. Они могут расти на прямых солнечных лучах, ну вот как вот сейчас вы видите. Это, если кто не знает, ванда террес. Они есть разнообразных расцветок. Ну, вот у меня вот такая вот. И эти я, кстати, посрезала и посадила их пониже, потому что они вот так вот растут такими вот длинными палками. Ну, в общем, понемножечку. В общем. Наверное, закончу я на этом цветочки. Всем желаю мирного неба над головой и любви, конечно, добра, всем добра.